Что это со мной? Должно быть, съел что-то несвежее, вот и вожу, как дурак. Ладно, вот ключи от машины. Она в твоем гараже. Но имей в виду, я найду другую тачку, и тогда берегись. Что-то я тебя не помню, свежак. У Спарки есть все, что тебе нужно. Что-нибудь ищешь? Аккуратней там. Назад! 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 Ты должен знать, мутанты появились не из-за космической радиации, принесенной астероидом. Они являются результатом экспериментов правительства с нанотритами и людьми. Неудачных мутантов попросту выбросили как мусор в пустошь, где те и размножались. Вот правда, которую нужно рассказать людям. Я вступила в сопротивление после работы с генералом Кроссом в старом городе. У меня не было выбора. После того, как я поняла, что нанотриты можно использовать для спасения мутантов, а не подчинения. Мои исследования показали, что мутантов можно излечить с помощью перепрограммированных нанотритов. Капитан Маршалл помог мне устроить небольшую лабораторию, чтобы я могла продолжать свои эксперименты.
Как сказал капитан, нам очень нужна информация с твоего диска. Но обычный дешифратор не позволяет мне считать все данные. Боюсь, чтобы добраться до закрытых данных, мне понадобится еще один дешифратор. Поэтому ты здесь. Капитан получил сообщение с севера. Говорят, в долине шакалов поднялся ковчег. Знаешь, если шакалы наткнулись на ковчег, его обитатели уже мертвы. Но шакалы могли не тронуть сам ковчег. А значит, дешифратор не пострадал, и ты можешь отправиться туда и принести его. Так что иди на север, к долине шакалов. Шакалы — крайне опасный бандитский клан. Береги себя. Без дешифратора я не смогу добраться до закрытых данных на твоем диске. Теперь тебя все уважают. Отлично врезал тем бандитам. А ты действительно крутой парень. Сопротивлению необходимы данные с твоего диска. Каждый диск — это кусок головоломки. Как только Лассард получит оборудование, он расшифрует диск. Транспорт нужен? Мы готовы. Транспорт нужен? Мы готовы. Ладно, вперед. Очисти дороги. Уничтожишь машину бандита, я заплачу. Что ты тут делаешь, по-твоему, а? Что, Сарова Джо ищешь? О, могу поспорить, что нет. Я никого не интересую, а вот болото — да, там чего только нет. Растительная жизнь.
Не только кактусы всякие, а особенные вещи. Все это начало расти после того, как осела пыль от большого взрыва. Космические растения или просто мутанты. Кому какое дело? Но знающий человек может их применять для разных целей и полезных тоже. Ты не похож на грязного бандита, так что можешь тут осмотреться. Возможно, тебе повезет, найдешь ночной цвет или еще что-то. Не свались в болото. Видал мутантов? Они были такими же, как мы с тобой. А потом упал камень с неба. И те бедняги, что остались наверху, стали меняться. Кошмарное время. Видно, не успели зарыться поглубже. Теперь эти мутанты становятся только хуже. Не знаю как, но правительство ставит на них эксперименты. Делает их больше и злее. Будь начеку. Видишь мутанта? Беги. С ними не договоришься. Порвут тебя, как тряпку.